Вот, всем привет. Иду встречать партнера своего, Василия. Должен подъехать вроде как. Вася из Питера едет. Завтра фестиваль хлеба. Первый фестиваль хлеба в Москве, ремесленного хлеба. Соберутся ремесленники, кто своими руками делает хлеб. Не массово. А вот и Вася едет. Амиго! Снимаю тебя. Зачем? Знаковое событие, завтра фестиваль. Давай, разворачивайся. Сегодня знаменитым проснулся? Ну почему? Я не знаменитый, я простой парень из села. Давай, задом, давай. Выехали куда? На фестиваль хлеба. Нормально? Да. Настроение мое. Едем на фестиваль хлеба в Москву. Приехали на фестиваль. Фестиваль первый московский русский пекарь ремесленного хлеба. Вот нам сюда. Ну что, мы на ярмарке. Братство пекарей. Так, а здесь я нарушу. Олег Пекарь, Капран. Иван-чай. Самовар. А что, мы самовар будем делать, а? Самовар будем кочегарить? Мы уже сделали, раскочегарили. Да. Аншлаг. Видите, что там? Смотри, один подошел, позатарился, пипец. Он мне звонил. Да вот надо сейчас, да.
другие, может быть, еще когда-то. То же самое, то же самое. Здорово. Как оно? Попробуй, посмотри. Давай. Видеообзор делаю. Сам делаешь, да? Коллега. И соло, давай. Прикольный, слышишь? Мед, да, здесь? Да, мед, пыльца, перга и сагандаля. Ничего себе. А просто медовуха имеется? Да. Пробу даете? Если вы не за рулем, конечно. Медовуха. Теперь нет. А? Медовуха. Не, я за рулем не пью. Можно? Спасибо, Кость, не буду. Тут такая послащая. Вот, кстати, освоил я. Да? Смотрю, да, неплохо выглядит. Ну вот, смотри, в разрезе. Электролизирует. Как у меня, слышь? Электролизирует, очищает электричество. Как у меня. Это делать я не видел здесь, честно. Молодец, что. Я видел, правда, красиво. Вот это вот я не видел. Там брат-пекарь говорит, вкусный хлеб у тебя. Попробовали. Они в приходе. Ну, говорит, блин, Костя нормально так. Как воду электролизирует. Как воду электролизирует? Воду как электролизирует? Это тыквенный сим? Тыквенный. Это похоже на все. Везде аншлаг, а тут никого нету. Что такое? Может, они боятся твоего вида, а, Вась? Так ты не вставай. Никого нету, слышишь? Лучшие пекари, которые готовят хлеб по старым русским рецептам, которые могут провести мастер-класс по этому хлебу, которые могут рассказать об истории хлеба. Вот. В первую очередь мы хотели бы выразить благодарность парку Артема Боровика, который дал нам эту возможность, дал нам эту площадку собраться здесь всем вместе для того, чтобы показать нашу продукцию, показать русские традиции, показать русскую культуру, которую мы поддерживаем через хлебопечение. Вот, благодарствуем. Здравствуйте, дорогие марьинцы, директор парка 853 Москвы, на котором находятся три территории, частью которой является и наш парк Артема Боровика. Рад вас от имени Департамента культуры, от себя лично поздравить с этим праздником, что у нас, как говорится, первый шаг сделан для головы всего в России, для хлеба. Хлеб действительно всему голова. От всего сердца хотел бы пожелать вам сегодня хорошего настроения, вкусного хлеба, познакомиться с производителями. Мы очень быстро готовили этот фестиваль, поэтому не все участники приехали. Может быть, с оформлением мы еще пока доработаем со временем. Но главное, что здесь уже первый дух есть, первое производство есть. Мы будем только это развивать, расширять и улучшать. От всего сердца сейчас поздравляю. Надеюсь, что марьинцы и гости нашего парка еще прибудут сюда, насладятся данной продукцией, возьмут контакты и посоветуют нам в рамках нашего опроса, как сделать, что доработать. Есть четыре злака. Пшеница, рожь, колба и спирт. Это вот какой из этих? Нет, парке, это... А, злаки, поняла. Огромное. Это обе, это вот они. Хлебушки, да? Хлебушки. Это всего. Есть пшеница, да, с рожью, рожь, Иван Арсеньевич, пшеница с семенем льна. Сейчас YouTube. Дорогие друзья, меня зовут Иван Кононов, бывший префект Москвы Владимир Борисович Золотов. Это была его идея создать парк имени Боровика, как, впрочем, и его идеи, связанные с другими парками этого замечательного округа, потому что я считаю, что он вот своими парками просто знаменит
и прекрасен, и Кузьминки, и целая череда парков, которые я даже не знаю, как называются, их много. Он зеленый, весь район, и я думаю, что здесь будет бурлить жизнь вот под руководством тех людей, которые сюда пришли. И все дома, которые сейчас вокруг, они, может быть, сейчас в окошке нас увидят и поймут, что это их вот. Старейший пекарь в Москве и Подмосковье. Это человек первый, кто начал печь хлеб в дровяной печи и реализовывать его покупателям, москвичам. Причем этот человек сам построил печь своими руками, сам построил пекарню, сам печет хлеб. И сейчас еще можно назвать его не только пекарем, но и мукомолом. Олег Пекарь Кош. Всем привет. Ну, Кирилл все рассказал, что такого печка. Напомню еще, что я делал муку на каменных жерновах. Я построил мельницу со старинными жерновами. И из этой муки я пеку свой хлеб. Хлеб на закваске традиционный, как в принципе у нас мы все здесь. Подходите, угощайтесь. Вопросы мне задавайте. Олег, такой вопрос. Ну, насколько мы знаем, вот так вот по своей профессиональной деятельности общаемся, у тебя и семья живет в доме, и тут же пекарня, тут же мельница, тут же печь. Вот вопрос такой, как семья относится, когда, ну, папа всегда на работе, то есть вышел во двор и сразу пекарь. Зашел в соседнее помещение, уже мельник. Вот насколько хлебом пропитана жизнь нашей семьи. Да. Ну, я живу и там работаю. Короче, у меня жизнь по работе. Ремесло, ремесло. Это как бы мое любимое дело. Если меня не поддержат, то мне лайкают. Спасибо. То есть хлеб — это ваша жизнь. Благодарим, низкий поклон. Благодарим. Ну, следующий, кого мы хотели бы представить, тут, конечно, простейший состав. Мука, не отбеленная химически, Подольский мукомольный завод. Если вы скажете, где вы отдельно можете купить эту муку, нигде, она в магазинах не продается. Нет. Это мясо не продается в магазинах. Это фермерские поставки, поэтому... Привет. Знаете, мы выпучим кухню. Нельзя, снимайте. Вот, значит, смотрите. И как бы этот продукт сделан максимально натурально, что можно сделать из пельменей в нынешних условиях. Все. Нюансы, аккуратно варить. Когда честно печенье, его можно варить. Это одна проблема пельмени. Остальное все идеально. Ну, это действительно так. Все могут попробовать буквально через 12 минут, что это такое, и сделать для себя выводы. Продукт продает себя сам. Спасибо. Ну, голодный сегодня никто не останется здесь. Нет, нет, приятного аппетита. Все, ну, на этом мы закончили представление всех пекарей, всех участников, которые сегодня представляют свои продукты. И переходим к фонду Святослава. Нас сегодня поддерживают не только русские традиции хлебопечения, но и русские традиции в играх, в танцах, в песнях, в семейных традициях. Именно русские традиции. Поэтому сегодня здесь собран весь калейдоскоп, и фонд Святослава является полноценным звеном русских традиций. Благодарю за теплые слова. Здравствуйте всем. Мы рады приветствовать вас на этом замечательном мероприятии. Ну, во-первых, хотелось бы выразить огромную благодарность и организаторам мероприятия, Панку, Александру, руководителю парка. Хотелось бы поздравить всех с этими замечательными моментами, потому что здесь мы привлечем время. Мы вспоминаем то, что некоторое время назад забыли. Ребята, пекари молодцы, потому что традиция – это не только что за квас? Память. Это хлебный, Сергей Посадский, традиционный. Это конкретное дело. И вот то, что люди возрождают традицию хлебопечения, это особое... Обожаю я тебя! Даже если вот и все! Не перемесится, там хорошо. Спасибо большое. Это не важно. Правильно.
Да, Андрей, это же не важно. Главное, чтобы там русской печки, но здесь нету. Низкий поклон вам, братство пекарей. И к рынку кваса бездрожжевого. Благодарим. Я примерно где-то там получается. Здоровья, долгие, 800 долгие лета. Благодарю. Ну а теперь милости просим всех к прилавкам пробовать хлеб. Сейчас начнутся мастер-классы. Бог даст, мы и чечун хлебушек есть на камне. Так что фестиваль продолжается. Благодарим. Необыкновенно вкусно. Очищался. Это что такое тут за папарацци? На Ютубе будете все. Ютубе? Всем привет, как всегда. Объединение пекарей и мельников. Гибрид. Гибрид. Да. Старицкий, Барсуков, бренды. Нет, у тебя уже гибрид же. У меня? Да. Мельнопекарь же. Да, а снимает мельнопекарь. Да. Мельнопекарь. Пекаремельник. Да. Пекаремельник. Пекаремельник. Так что все приходите. В следующий раз, если завтра не успеете, намелим, постараемся с Божьей помощью побольше муки. И ручного помола, и жерновато. И жерновато, конечно, они у меня всегда с собой. Ушаднит у меня всегда с собой, даже в машине. А где гармонь-то у тебя? Да, что гармонь ты, без гармошки ты где? Гармонь, я думал, как? Сейчас будешь привет, на гармошке. А, неси гармонь надо, сейчас надо будет. Разложиться. Песню сейчас это, споем. Сидел барсон, камнем мелит все подряд, рожь, пшеницу и ячмень, а барсук мелит целый день. О, опа! Подготовился. Зеленая ограда. Ну, дальше все знают, да? А так ему и надо. Камнем мелит все вокруг. А, камни мелит. Ну я не знаю там. То есть ты про себя не знаешь частушки, а? Да. Не, ну сейчас я про же... пекарь ковш. Сейчас. Давай про ковш. Про себя я вообще не пою. Сочиняй, давай частушку-то. Подходите, ржаной хлеб из травяной печи, русская печка настоящая, смотри, какой килограммовый, шикарный. Без дрожжевой на заклад. Что-то давай, экспром, давай, помогай чуть. Из хорошей муки. Так, килограмм 500. Давай, давай, на себе живет Олег. Да подожди ты. Пекарь, ковш. Сейчас. На себе живет Олег, думаешь? Нет, у вас пекарь, ковш, точнее. Надо придумывать, что стоите-то? Да я вообще не умею давай придумывать. Давай по фразе я, ты. Ну я тебе говорю, пекарь ковш. Пекарь ковш. Ну, живет в селе. Пекарь, сейчас скажу. Пекарь ковш печет хлеба. Не увидит. Не шиша. Ну что, пекарь ковш. Что там? Печет хлеба, да? Печет хлеба. Вся деревня рада. Вся деревня рада. Вот такая красота. Вот такая. Вот такая красота. Ну пи-пи, что вы мне тут сочиняли-то? Пи-пи. Ну давай, не матерные хотя бы. Культурные. Давай. Пекарь ковш печет хлеба, вся деревня рада. И пшеничный, и ржаной, девица Матрада. О! Жареные. Ну все, родили, класс, классно, супер.
это работает или вы? Работает, он боится. Что? Всю 12, кроме обдернули. Вот когда мы барбару добавили, обдернули, там процессы быстрее. То есть в среднем час, максимум полтора, она поднимается. Потом вы его выкладываете, обменяете, выкладываете на бункер, и там смотрите, как у меня не вот такой за трибрики. Трибрики появились на поверхности, прибывает, да. Порастает. Поставить. Но с этим, с бодовым хлебом, вы не ошибетесь. 10 рыб будет, просто у вас получится прибыль. И все. И будет кислее. А крахмалка кисель делает? Крахмалка кисель, да. Это мука с водой, да? Это болтушка. Вначале болтушка перед тем, как ставить в духовку, а потом крахмал. Как кисель. Нет, смотрите. Перед тем, как поставить духовку, я смазываю болтушку. Болтушка это мука обзывная и вода. Вот. А после, на горячих лет, я покрываю крахмалом. Заваренным. Вот смотрите, теперь тема. Трава, использование травы. Сейчас ее полно. Да, нет хлеба в хлебопечке, я такого и не знаю. Да говорят, что хлебопечка-то бездрожжевой не печет, я слышала. Печет, печет, да. Если там есть программа, и не, можно еще. Ну, дайте нам, пожалуйста. Печет бездрожжевой, я закваску эту делала. Если, если... Чистая рожь, я только соль добавляла, правда. Вот такой хлеб получается. Не, без соли хорошо. Да, без соли. Ой, ну, нет, знаете, это же вообще... Знаете это что? Это высший класс. Да, это... А крапиву ну, как квасит? Что как? Крапиву как квасит? Да, вы как в каком виде? Порезал, порезал, меда добавил через... Интересно. Шоумен. И, конечно же, расскажу, как хлеб устный из нее получается. Хлеб живой, мука живая, все прозрачно и честно. В этом огромнейший плюс, да, то есть это можно сказать, что как бы это тебе дополнительная защита, плюс пару лет жизни еще. Видео? Да, YouTube. А, уже? Да, ты там будешь своим мастер-классом. Наконец-то. Реклама будет у тебя. Здравствуйте, это фестиваль хлеба. Это организатор. Это... Мы познакомились. Легендарный Йомазай. Это легендарный Олегков. Как друг друга. Да, да, да. Слышь, мы это, пропяли друг друга. Вот потом, понимаешь, с детства уже, понимаешь, они все домой, да? Домой? Ну да. Ну не домой, у меня вдруг сегодня день рождения, был раз добраться. Они говорят, у тебя рай вообще. Да. Марихуана, короче, зайчики. Давай, Леша. Я пошел. Куда пошел? А мимо меня, чтобы мимо тебя? Ну, уезжай. Меня там нету. Щей не поешь. Может, на обратном пути? С Рязани приехали парни, говорят, слушай, мы тут тебе термоса пришлем, мы говорим, можно щи покупать? Я говорю, можно, в принципе. Семейство уволит? Да.
Старшенькая. Кошки нету. Да. Кого? Кошки не взяли. Собака. А вот целых две. Две белки, черепаха. У нас большое хозяйство. Да. Я снимаю для истории. Я много главное. Я тебя снимаю для истории. Конечно. Пойду оставим. Ну, за счет того, что она еще, как скажем, не заразилась. Не расстоялась. Вот, не расстоялась до конца. Вот. Мы с вами сейчас слегка его сделаем, чтобы она скользила. Вот. Тут в условиях слова сложно. Да, вот. Наша задача с вами его отлепить просто. Вот оно есть такое очень нежное тесто, но оно абсолютно, оно в принципе не прилипает. И мы с вами его сейчас... Не-не, я сейчас все сделаю. Вот. И мы его еще раз... То есть на любую можно, да, класть? Да. Если в духовке, на любую получается? На любую, да. Когда не жар, он быстро тянет. И ржану, когда выпекать, тоже вода нужна? Девочки, везде, потому что всегда. Если вы сразу жар... Дружинник. Петушок, золотой гребешок. Я кассир. Нет, я сказал Сидоров кассир. Ты Карлсон. Вчера была революция, сегодня дискотека. Сейчас я ему, слышу, приделаю. Дискотека. Короче, фестиваль. Давайте, все на первый фестиваль хлеба. И мест не нават. Хлеба, хлеба. Короче, фестиваль носа. Как фестиваль? Понравился вам фестиваль? Что скажешь? От тебе. Не, мне не надо. О, у тебя окулели. Кому это нужно? Нет, я... Нам, да.